Члены национальной сборной команды Кыргызстана по боксу завоевали две золотые, одну серебряную, одну бронзовую медали на международном турнире. Как сообщает Департамент спорта и физической культуры, турнир прошел с 29 марта по 3 апреля в городе Белград, Сербия. Также в общекомандном медальном зачете сборная Кыргызстана заняла третье место. Отметим, что спортсмены выступили под руководством главного тренера сборной команды Данияра Толюгын-Улу и старшего тренера Улана Сагынбаева.